о Summary. Наиболее интересные игровые моменты этого матча. Ну и начнем мы с первого периода. Видите, как игра начиналась, Северсталь довольно активно атаковала. А в первом периоде шансы были забить, но не всегда все получается. И сегодня как раз тот день, когда очень много неиспользованных возможностей, упущенных в атаке прежде всего. Ну и еще раз похвалим обоих вратарей, и Василия Кошечкина, и Джеффа Гласса. Очень хорошие матчи они провели, заслуживали, может быть, каждый из них и даже еще одного сухаря в своей статистике, но не сумели они в неприкосновенности сохранить ворота. Вот так Владимир Шипачев на третьей минуте второго периода счет в матче открыл хорошим пистевым броском в верхний угол ворот, ближний, кстати, от Джеффа Гласса. Ну и дальше безупречно действовал канадский голкипер новосибирцев. Вот здесь Василию Кошечкину повезло, Лехте не попал в цель. Ну и везение отвернулось Череповчан в третьем периоде, когда не получившийся бросок защитника преобразовали в гол хоккеисты Сибири. Но до этого был выход 1 на 1 Вадима Шипачева, потом в третьем периоде был выход 1 на 1 Евгения Кетова. Ну и буквально через несколько секунд после неудачного выхода к воротам соперников Евгения Кетова Сибирь счет сравняла. Йонас Энлунд отличился, удачно подкараулив отскок от шайбы от борта. Ну и без опеки он остался в том эпизоде. Вот как раз этот момент. Неудачный бросок защитника и такое счастливое завершение для гостей. Итак, 1-1 в основное и дополнительное время матча. Северсталь, Сибирь, Новосибирск покинули комбайны уже ледовую площадку. Вы продолжаете смотреть еще наиболее опасные моменты этой встречи. Сейчас ворота поставлены на места. Северсталь первый начнет исполнение штрафных бросков. Вот самый опасный момент на последних минутах, который был у ворот